Ковыряйся в носу, ковыряйся, да ковыряйся, 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 ковыряйся. И теперь вытирай быстро облом. Убери солнце, видно, оно не видно. Алло, алло, Витёк, здорово, малый, здорово, это ты, а, чувак? Что? Чувак, это ты, говорю. Ну? Ну, которого я тебя бил, да? Да. Слышь, только ну что, да? А? Только что? Нет. Ну, в детстве, а... помнишь? И что? Ты каждый день челюсть менял. Ладно, слышь, так ты меня приютишь? Только это, не бей меня, хорошо? Что же, меня боишься? Да, приютишь? А как ты подписан? Это покажи ко мне. Давай твой ник тогда. Напиши в чате что-то, я к тебе это заявку отправлю. Что? Эйч, как ник твой скажи? Я попытаюсь набрать. Кал? Гоби. Гоби? Нифига себе. А, Гоби, во, офигеть. Это типа из Гарри Поттера маленький такой, да? Да. Только он Добби был, а ты Гоби. Нифига себе, чё так-то, а? Ух, нифига себе. Слышь, а ты день включила, а? Да. Офигеть, слышь, а ты это... Вау, как ты так блок ломаешь? Офигеть. Ох, нифига себе, дед тут. О, а ты чё это гробовщик или могильник? Как они называются? Могильник. А, чё у тебя так бошек много, слышь? Ты это, повелитель голов, да? Типа повелитель колец, только ты повелитель голов. Ладно, да... Я, короче, тут всех навижу. А, ну ладно, понятно. Ладно, приютишь меня, да? Окей, погнали, иди за мной. В смысле погнали, иди за мной. А, ну давай, его вышел. Нифига себе ты в небе, как птица. О, ты что такое сделал, а? Просто. Слышь, подожди меня, там, по-моему, я покупал меч крутой, 15 левел. Ты меня убил, чувак! Ладно, короче, я к тебе. Ты, наверное, по ошибке хотел какого-то другого ударить. Там, наверное, ворона пролетала, а ты как воробей ее ударить хотел, да? Не получилось. Ладно, давай, принимай меня. Чувак, ну, ты меня по ошибке убил, да, я так понял? Да. Я ну просто ладно. Там кто-то еще чела видел. Ну ладно, я так и понял. Давай, подожди. Я тогда сейчас это оружие крутое возьму, хорошо? Угу. Так, подожди. Вот, я взял в Эндерсундуке. Ладно, все, принимай меня. Я тебе кинул заявку? Нет. Долби, принимай меня. Или как там? Как твой ник Долбинь? Да. Долбинь, да? Да, я не вижу, мне никто не кидает. В натуре не видишь? В натуре. А, во, все, ты принял, короче. Или нет? Ты принял или нет? А, да, ты принял, вот, короче. Нифига себе, чувак, а что ты так-то это? Ух, нифига себе, а что ты меня опять убил, слышишь? Только что? Да. Я тебя не убила только что. Да ладно, что ты врешь, слышишь, засранец. Ты мне вещи... А, во, ты меня принял опять. Только ты мне это вещи чуть не вернул. Ты меня убил там. А, нет, вот они у меня. У тебя что, кит-стартер? Нет, подожди. Так, топор. Дай, короче, в Эндерсундуке возьму все свои крутые вещи. Бери. Так, я, короче, все брать, да? Ты меня в дом к себе добавишь, я тебе все выложу, окей? Угу. Ну все, давай, я, короче, подожди. Так, все, да, я взял. Давай, добавляй, только дай тогда открой дверь, я, короче, свои вещи обратно заберу, ага. Все, спасибо. Так, одень, надо туда вниз упасть, да? Да. Ну слышь, давай сметнись по бырику. А что ты опять меня скинул? Ой, сори. Я да? Просто... Я ну, клянусь, ну давай, прыгай. А ты жив? Ну да. А как ты летаешь? Да, и тут батут, короче, есть. А, точно. Ох, нифига себе, чувак, гля, я тут в доме у тебя. А ну, давай, короче, вылазь. Ну там моих вещей нет, ты их, походу, забрал. Ты? Нет. Ну ты это, меня добавишь в дом себе, а? Или нет? Подожди, мне надо кое-что проверить. Подожди, дай я посмотрю, тут лагают. О, там чуваки, пошли их убьем, чувак! Чувак, глянь, там чуваки! Чувак, у них алмазка. И чё, давай, дай мои вещи. Ну ты дебил, выкинул свой меч. Ты мне вещи отдашь? А? Ай, меня кто-то убил! Ты опять меня убил, да задрал! Это не я, это кто-то с зельками, чувак! Меня самого убили! Он меня убил! Чё ты тут все сделал? Это не я, он меня кто-то убил!
Вот тут меня только что кто-то убил, вот здесь. Я, короче, стою, смотри, вот так, возле окна, глянь. Вот, иди сюда. Иди сюда, смотри, возле окна стою, и он, короче, тут пролетает, так бах-бах-бах-бах, бьет и как в креативе ломает тебе дом. Вот видишь, я не вру. А что ты меня опять убил, чувак? Ты мне... А-а-а, я понял. Ты, короче, грифер, да? Да. И ты меня загриферил? Да. А ты меня случайно в YouTube не записывал? Записал, все. Ты дурак? Я на тебя что? В суд подам. Ты знаешь? Куда? Ты трогаешь мой аккаунт Майнкрафт. Нельзя это делать. Быстро возвращай мои вещи в Майнкрафт. Или я приеду, я тебя за ВДВ убью. Давай. А, где живу? Долбень, давай, принимай меня. Болби, блин. У тебя имя тупое, ты понял? Давай принимай меня, говорю. Я тебя последний раз прошу, иначе будешь иметь дело с моей башкой. Ладно, так, подожди. Ладно, я тогда маме пойду рассказывать, что ли, или ты мне отдашь вещи по-хорошему? Сколько тебе лет? 19. Ну так что ты сам не возьмешь? А, у тебя взять? Ты предлагаешь? Ну не залежат. Ты предлагаешь у тебя взять, да? Ну ладно, я так и сделаю, хорошо. Так, я там Сутхом написал. Так я и сделаю. Так. Слышь, а тебе сколько лет, долбень? Мне 14, долбень. Ни хрена себе ты старый, долбень. Старик прям. Слышь, подожди, у тебя... А, вот он, глянь. Я видишь, подойди. Где в доме вот эта фигня? Чувак. Что? А кто это у тебя в доме бегает? Дружбан. Дружбан? Да. Крутой дружбан. А он тебя убил, походу, или нет? Это ты меня убил. Ты дурак? У вас там ПВП выключено. Да, у вас тут ПВП выключено, я вот тебя бью. Ты меня видишь? А, я же зелька от невидимости бухнул. Опять он тебя бьет? Чувак, ты мне отдашь мои вещи, а? Они у меня в андерсундуке, не трогай меня тогда, да. Ну, ладно, давай тогда доставай по бырику, долбень. О, зря ты так. Долбень, ну. А долбень. Чё ты мои вещи забираешь? Какие вещи? Ладно, долбень. Меня кикнуло из сервера, сервер выключился. Чувак! Ты админ? Ты админ, чувак? Да. А нахрен ты меня кикнул? А что ты там сказал, что ты меня забанил? Ты меня забанил? Да. А зачем ты это сделал? А что? Ну зачем ты это сделал? Вот дебил, я выключил микрофон, говорит, что он меня забанил, хотя я его забанил. Я ему услышал свое мнение. Подожди, что ты говоришь? Ты админ? Это ты админ, да? Ты. Нет, ты ж меня забанил, сам сказал только что. А? Ладно, пока. Да стой, чувак. Хочешь разбаню? Давай. Хочешь выполнять мои... Ой, будешь выполнять мои задания, хорошо? Тогда мои вещи отдашь? Ну да, все, отдам. У тебя есть веб-камера? Вот, если есть веб-камера, я тебя разбаню. Выполняешь моих пару желаний и все. Давай, включай, я знаю, есть. У меня веб-камеры нету, у меня только микрофон. Ну давай, включай свой микрофон, чтобы я тебя только видел. Хорошо? Во, отлично, поковыряйся в носу. Зачем? Ну, чтобы видно было, просто ковыряйся в носу, ковыряйся. И теперь вытирай быстро облом. Убери солнце, видно, оно не видно. Вот, да, туда еще подальше поставь, в ту сторону. Теперь бери, еще ковыряйся в носу двумя пальцами. И что? И в рот суй пальцы. И что? О, теперь можешь себе это пощечину дать? Да, вот что. Еще раз. И еще раз. Ну пока, пару раз еще пока мне, так быстро, несколько раз, раз семь. А, да, мы истеричка, а? Скотина. Ну я не знаю, что еще. Давай еще что-то придумаем. Хорошо? Ладно, туда пока. Да я тебя разбаню, последнее желание. Ты два выполнил.
Ты опять насуковыряешься? Это, я уже не загадывал такое желание насуковыряться. Че ты теребишь туда-сюда? Я тогда пойду. Я пойду тогда на Фанекрафт, мне пофиг. Ну все, идешь? Да. Пока. Фух, дебильный грифер, он мне реально задолбал. Ну, в натуре задолбал. Ныть какой-то. Я кусочки пообрезаю, там повставляю то, что нужно, то, что не нужно. Не, ну реально, он меня задрал. Честное слово. Он какой-то. Я сначала забыл немножко записать, да, вот экран, а потом нормально записал заново. Он мне показался, поковырялся в носу. Ну, собственно, короче, кому понравилось, те поставят лайк, подпишутся на канал, обязательно подпишутся на канал, напишут комментарий. Ну, если вы ждете еще новых выпусков, то обязательно подписывайтесь на канал. А, у вас в фиде будет. Точнее, у вас, короче, будет сбоку высвечиваться, когда будут выходить новые ролики. Ролики обычно выходят в 13:00 по Москве каждый день и в 16:30. Да, собственно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Лудворий. Пока-пока.